С возложения цветов к вечному огню Брестской крепости началась церемония открытия сразу двух международных конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». Представители военных команд из 21 страны на земле Священной Цитадели с мирной миссией, чтобы укрепить связи и наладить взаимодействие в вопросах подготовки военных кадров. Буквально несколько дней назад мы отметили 75-летие освобождения Бреста и белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков. 75 лет мирной и безопасной жизни. Сохранить эту величайшую ценность возможно только общими усилиями всех стран. Уже не один год полигон Брестский принимает различного рода военные конкурсы и учения. Имеющаяся здесь материальная база позволяет проводить испытания нескольких типов. К этому располагает местность. Конечно же, и сам Брест интересен людям. Город, которому в этом году исполняется 1000 лет, рад встречать у себя гостей такого уровня. От имени руководства города Бреста приветствую вас, участников международных соревнований в нашем городе. Для нас большая честь принимать вас в нашем городе, которому в этом году исполняется 1000 лет. Желаю всем успехов на полигоне и ярких впечатлений. Торжественную часть продолжила концертная программа от лучших коллективов города и региона. Завершил действо «Большой марш». В одной колонне прошли представители всех команд-участниц. Мы рады, что находимся на белорусской земле, а именно вот на такой исторической и героическом месте, как город Брест, который действительно является символом мужества, вот, героической стойкости и доблести. Мы рассчитываем на приятное соперничество. Прибывшие команды уже демонстрируют очень хорошую свою выучку, высокую профессиональную подготовленность. Вот. Надеемся на объективную, транспарентную работу судейского аппарата. Не сомневаемся, что белорусские наши коллеги обеспечат это. Начало большим конкурсом положено, теперь борьба за результат. Итоги будут подведены в середине августа.